Шуховские перекрытия на Пушкинский музей. Металлостеклянные трехслойные перекрытия. Сейчас под нами какой зал, вы не подскажете? Вот 29-й вот написано. Это что за 29-й зал у нас? Не знаете? Это у нас... Это зал... Где орган? Где орган? А, где орган, да? Да. 29-й зал. Понятно. Ну и как видите, там, видите, между стеклами, там уголки. Там. Да, это металлическое видно. Вон вот металл. Прям так с наездом тоже смотрится. И вот эти вот, вот классические шуховские вот эти вот уголки, их прям видно, как сходятся 4 балки вот это вот. Вот эти вот, да? Нет, нет, вот узел, где сходятся 4 уголка, видите? Очень 4 достаточно тонких уголка и такая мощная пластина металлическая. Перекрытие Владимира Григорьевича Шухова над Пушкинским музеем. Видим храм Христа Спасителя. Клепанные конструкции. Характерная клепанная. Сочленение 4 уголков. Съемка Страна.ру. Антон Агарков работает. Классно. Ну, как идет. Вот это вы были сейчас, стояли на лестнице. Да. Лестница главная была. Да. Вот сюда, вот 14-й, туда 15-й на ту зал. Там, где вот... То есть это зал... Аполлон, где стоит, там 15-й, вот. Да. А это вот 14 на эту сторону главной лестницы. Вот поднимайтесь, вы понимаете? Ясно. Да? Это вот... В другую сторону от Аполлона, который... Да, от главной лестницы, от входа. 14-й зал. Да. Вот здесь вот видны арки со стяжками. Вот если вы видели над тем большим белым залом, стяжек нет. Поэтому арки там намного мощнее. А здесь очень тонкие арки, точно как в ГУМе. Вот в ГУМе именно вот такой конструкции абсолютно. Потому что это вот изобретение Владимира Григорьевича Шухова. Тонкая арка со стяжкой, она заменяет мощную. В результате идет в 1,5-2 раза почти экономия металла. Шухов мастер экономной конструкции. Даже немецкое издание о Шухове называется «Искусство экономной конструкции». И вот здесь это прям над этим 14-м залом Музея изящных искусств имени Александра III прям явно, явно выражено. Эта конструкция устойчива благодаря своей крутизне. И поэтому она стоит уже 100 лет. Недавно перекрыт гостиный двор очень пологими перекрытиями. Очень опасное перекрытие. Перекрытие гостиного двора, скорее всего, 100 лет по нашему климату не простоит. А вот эти перекрытия, которые сделаны Шуховым, стоят 100 лет, будут реставрированы Норманом Фостером совместно с Сергеем Борисовичем Ткаченко. И лорд Норман Фостер
сохранит шуховский шедевр для потомков. Будет шедевр Фостера Шухова. Усилит бренд музея. Красиво. Классно. Ты там выглядишь классно. Причем вот когда там человек находится, да. А то без человека непонятен объем вот этого сооружения. А с тобой там все ясно. Ну, далеко от тебя ушел. Ну, неважно, он у меня приближается. Я вот даже... Панорама Москвы. Крыши Музея изящных искусств имени императора Александра III. Театр эстрады, дом на набережной. Высотка на Котельнической. Кремль, Боровицкая башня, колокольня Ивана Великого. Антон, помаши ручкой. Класс, класс. Антон Агарков, главный фотохудожник Страна.ру. Будущий великий, как Картье-Брессон. И даже лучше. Кремлевские купола. Пушкинского музея. Тройные светопрозрачные, металлостеклянные перекрытия, созданные Владимиром Григорьевичем Шуховым.